Йо, всем привет! С вами Йонот, и мы продолжаем State of Mind. Нам нужно понять, что делать. Черт. Больницу я вызвал. Жмурики валяются. С ними ничего сделать не могу. Ну да, потопчись на него, молодец. Сэр, у вас есть деньги? Уйдите лучше жизненные условия будущему поколению. Да, пошли. Куда теперь? Станция. Я уверен, что Стив все еще в голосе. А, он все-таки в голосе, но я его почему-то не нашел. Пойдет искать его. Я почему-то был уже в голосе, и я его не нашел, поэтому я и вышел на улицу. Возможно, он тусит возле какого-то окна или еще где-то. Стив. Кэрри. Господи, как здесь не видно никогда ничего. Okay. Так, цех сборки роботов, посмотрим. Это жена моя. There. Вот. Трейси. Похоже, это одна из лабораторий Курца. Но где? Их название не привязано к месту. Секретная лаборатория Курца, я должен выяснить, где она. Я уверен, что Трейси и Джеймс именно там. Хорошо, давайте еще раз поговорим. С кем? С Адамом я не смогу поговорить, его нету. Я же его профукал. Я был согласиться, я тогда мог хотя бы с ним связаться. О. Так они тут отцепили все. С кем говорить-то, я не знаю. Блин, так запороть прохождение, а? Я, конечно, знал, что я могу где-то накосячить, но не настолько же. Доска. Ричард, к вам приходило несколько человек. Что? Кто? Они не представились. И что ты им сказал? Что я вас уже 3 дня не видел. Прошу прощения, если невольно причинил вам какие-то неудобства. Ты солгал? А я и не знал, что ты на такое способен. Те люди тоже не знали. Пожалуйста, стоит воспользоваться облачным терминалом и все отсканировать. Так, ищем лабораторию. Ну, я что за ногу. Почему без мышки нельзя нажать? Ага. Так, выяснить место нахождения. Саймон был в стрессе. Попробуй найти что-нибудь, что указывает на это место. Угу. Что-нибудь, что указывает на место лаборатории, да? Валери фон Сталин, Криосон, под надзором Курца. Нет, так не может быть. Ой, нет. Парламент запрещает синтез. Народный... Новый человек в сингулярности. Перенос программ. Нет. Запись с модуля Саймона. Новый человек в сингулярности. Это абсолютно бездоказательно. Это лаборатория Курца из файла МКТ. Не знаю. Сканирование. Он позволил себя сканировать?
Ох, Волда. Блин, ладно, надо разобраться, что здесь есть. Так, это сканирование. Это запись андроида. МТК Storage. Ой, нет. Проект. МТК-1. Хотя ранние проекты. Нет. А где? Что? Да не ты. Проект. Проект. Нет. Нет. Надо было это все почитать, да? Заметки о расследовании, заметки о расследовании. Мне нужно каким-то макаром выяснить местоположение тайной лаборатории Курца. У нас есть база его, но ты глянь. Да. Есть проект Монток. Так, давайте начнем сначала. Так, знаменитый художник выбивает Крисом. Выбирает Крисом, ага. По заявлению ее агентства, художница Вальдери фон... Господи. Вальдери фон Шталь введена в состояние криостаза. Процедура прошла в пятницу в Монтоке под наблюдением древнего друга, художника доктора Раймона Курца. Причиной решения стало беспокойство Вальдери о ее здоровье. Криостаз... Ну... Монток, вот оно. Ну, все правильно. Секретная лаборатория должна быть здесь. Все ближе и ближе. Стоп, давай попробуем. Лидия, как мило, что ты объявилась. Лидия, послушай, у меня тут какие-то проблемы, ты должна мне помочь. Так, и что случилось? Я тебе при личной встрече расскажу, я сейчас приеду. Серьезно? И когда? Сяду на следующий поезд. Ого, что-то срочное, как я погляжу. Ты сможешь меня встретить? Конечно. Ты больше не сердишься? С нетерпением жду встречи. Все, мне нужно идти, пока. То есть сердится, ну ладно. Никогда не понимал, когда девушки сердятся, когда нет, ну да ладно. Чё ты хочешь мне? Ричард, ты с ума сошел? Привет, Стив. Замолчи и слушай меня. Только что здесь была полиция, искал тебя. И что им нужно было? Ты шутишь? Ты вообще сегодня новостную ленту листал? Нет, а что там? Ты вообще ненормальный, что ли? Как ты мог так загрузить? Я ничего не загружал. Конечно, не загружал. Манифест, Ричард, с твоей учетной записью. Косовский, должно быть, это Косовский. Что? Он взломал мою учетку. Тебя разыскивают как террориста, ты в курсе? Ричард, тебя же ищут. Я бы на твоем месте как можно быстрее смылся. Ладно, Стив, спасибо. Будь осторожен. Ты тоже. А черт. Саймон. Если их загрузить, оперированные смеют добраться до серверов. Мне нужен Монток. И немедленно. Какая-то проблема, сэр? Мне нужно идти. Никому ни слова, договорились? Удали все записи и перейди в режим ожидания. Сэр, можно кое-что спросить? Давай. Сэр, пожалуйста, вы не могли бы установить модуль памяти обратно? Мы все нуждаемся в своих воспоминаниях. Ладно, подожди минуту. Нормально же Саймон робот. Чё этот выпендривается, я не понимаю. Я понимаю, если бы дали нам сначала одну историю, потом другую, потом третью, то да, было понятно, мы бы отыгрывали роли. Я же изначально знаю, что Саймон хороший. Вот так. Спасибо, сэр. Что-то не так? Этот модуль пуст, сэр. В нем нет данных. Этого не может быть. Вы отформатировали модуль? Нет. Зачем мне это? Стив просто... Он же не мог. Возможно, он где-то ошибся. Где-то есть резервная копия? У вас же и свои сервера, видно? Нет, у меня ничего нет. Можешь сказать, что именно пропало? Я не помню, сэр. Ладно. Послушай, мне очень же.
Это не ваша вина, сэр. Но тем не менее. Не волнуйтесь, я могу и так работать, сэр. Когда вы вернетесь, сэр? Я не знаю. Желаю вам удачи, сэр. Оно мне понадобится. Спасибо, Саймон. О, а то все притесняет роботов. В Берлине слышны новые отголоски волны терактов, прокатившиеся по западному миру. За последние 24 часа сразу в нескольких точках региона произошли взрывы. По сообщениям полиции, атаки имеют общую направленность. Террористы стремятся нанести ущерб компьютерному оборудованию, отвечающему за меры безопасности. То есть меня сейчас используют как пешку, которая, по идее, была заморожена, а потом вылезла. Вы прибыли в точку назначения. С вашего счета списано 25 кредитов. Ой, да отследить легко такое в будущем. Сейчас-то несложно отследить перевод денег. А в будущем-то... Если все автономно... Ух ты, капюшончик. Еще бачочек одел для полного. Нормально так. Повсюду камера. Типа, чтобы я был осторожен, понятно. Тут еще камера. Что я сделаю? Dear passengers, why not enjoy a refreshing drink at our sky bar during your waiting time? Разве не могу пройти вот здесь? I can't get through there. Ну ладно. Да господи, я поворачиваюсь просто. Камеры everywhere. Так, мне что-то надо придумать с камерой, да? Только что? Вариантов, что сделать, у нас не так много. Мне нужно попасть на аэропоезд. Ну, я понял, а как попасть, там же камера. Ладно, каким макаром ты мне это скажешь сделать, друг ты мой? Но камера относительно невысоко. Все. Вот, смотри куда-нибудь сюда. Я забыл, что так могу сделать. В Берлине слышны новые отголоски волны. Да-да-да, это новость я уже слышал. Так, за последние, да-да-да. И куда мне? О, вон направо. И давайте зайдем сюда сначала, узнаем. Что это? А, это план. На план наплевать. Тоже камера, да? The data collection is important for health insurance, from which, as the president pointed out, non-colonists will also benefit. Как мне это делать? In Washington, Neverland. Как я это сделал? Назад, вперед, лево, взаимодействие. Осмотреться. Отменить действие. Бежать, сменить персонажа. Инвентарь. Меню звонков, особое задание. Меню справа, меню слева. The successful online world is under threat of closure. Investigative authorities reported that the game, quote, was a communicational and organizational hub. Стойте, ладно, сейчас давайте я посмотрю другие места, потому что что-то не врубаюсь, как там подрубиться к этой камере. Fans and players of the game are protesting the planned shutdown. Ну, а как? Michelle Hunt, booked on flight Skynet, making the base 5 bots obsolete.
Please proceed to get AME salvage parts, such as limbs, for their new bots. To launch their new series, здесь мне не пройти. Я что это за нога? Почему не могу это взломать? Чародей. Модуль флайер. Да, я тоже не могу проникнуть. А. Понятно. Надо всякие такие штуки искать, да? Вот туда, смотри, хорошее место. То есть здесь есть туалеты. Женский, мужской. Значит, пока совсем непонятно, что делать, так что давайте просто будем бежать. Это управление другой камерой, да, я так понимаю? Так что ли? Ну-ка. Да, рассмотри эту дверь. Так, мы прошли. С первыми такими легкими загадочками мы справились. Так вот поезд. Какая интересная коляска. На пройти я не могу, да? Опять камера. Фред Коллинз, booked on flight Skywhale 1312. А там камера отсюда работает. Понятно. Ну-ка, давай, 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 давай. Туда смотри. Опа, а где-то тут было. Dear passengers, if you're looking for souvenirs or snacks for your travel, please visit our ample shopping area. Все, и проход у нас теперь есть. Все, незаметно проникли на поезд. Хорошо, что мы журналисты, у нас есть опыт прорывания, а то бы нервы нас дали, мы бы не прошли. Депо. А это за что, интересно? Please proceed to gate A immediately. Тупые роботы не смогли проанализировать так быстро. Неудачники. Да еще игра, конечно, прикольная. Столько всего случилось. Эй, привет, Ричард. Как дела? Проблемы с законом, а? Что тебе нужно от меня? Мало того, что из-за тебя весь этот... Я всего лишь хотел попрощаться. И что это должно значить? Произошло несколько малоприятных событий, Ричард. Да, что ты говоришь? Мы связались с Чарли. И что? Мне своих проблем хватает. Он находится
прямо перед настоящим временем. Связь длилась 20 секунд, а потом его удалили. Кто-то всех сдал, кто-то слил много... слишком много знал. Я не имею к этому никакого отношения. Ты единственный, кто знал про Чарли. Но я этого не делал, это не мог быть я. Курт смог выбить из него информацию. Мы должны нанести удар прямо сейчас. Наше сотрудничество совершено. Минуточку. Твой поддельный идентификатор больше не работает. Когда? Я уже распорядился, чтобы это было как можно скорее. В общем, удачи тебе, Ричард. Что-то он меня отрубает, да, там все. Кто еще там? Адам? Что, черт возьми, происходит? Что ты натворил? Алло, кто это? Что? Ты хоть понимаешь, что ты сделал? Для меня это смертельный приговор. Я чуть не улавливаю, мы знакомы? О чем ты, черт возьми, говоришь? Это ты сдал Чарли? Чарли? Я не знаю никого. Кто вы такой? Адам, послушай меня. Простите, соединение отключено. Вот отстой. А, хух. То есть его либо должны были стереть насильно, либо нет. Я уже переживал. Фига себе, у него турбина впереди стоит. Голос. А вот и сидит. Привет. Привет, ты в порядке? Ты выглядишь усталым. Поехали. Конечно, да, вот это яркий показатель того, что прям четкость и красота графики для игры мало что значит. Игра довольно необычная и интересная. Ты можешь найти этот адрес? У меня дополнительная система отключена. Это Монток? Ты думаешь, что они там? Я уже сам не знаю, что думать. А что с твоим модификатором? Он удален. Ах, вот зачем я тебе понадобился. Лидия, пожалуйста, я обещаю. Ничего мне не обещай. Я делаю это потому, что сама хочу, а не потому, что ты этого хочешь. Хорошо? Окей. Атаки были совершены вскоре после объявления войны террористической организации. Переломный момент с помощью голос. Представитель правительства призвал жителей Запада к спокойствию и стойкости. Ну да, конечно, двуякое такое понимание. Выглядит заброшенным. Типа приехал к ней, сначала думал, а потом не очень-то все это мне нравится. Да, довольно. Просто возьмем и зайдем? Не думаю, что это будет так просто. Не знаю, не сказал бы, что это хорошая идея. Готовы спорить, они готовятся. Готовы ко всему. Ты что, думаешь, что не там? Так нельзя, а как же Трейси и Джеймс? Да ладно. Камон, по-моему... Даже не знаю. Ладно, не понял диалог, но хорошо. Здесь никого нет. Что-то здесь не так. Помогите мне. Что с тобой? Мистер Ноуман, вот и вы, я ждал вас. Одну минутку, пожалуйста. Вы. Не бойся, осталось совсем немного. Где Трейси? Где мой сын? Что здесь, черт возьми, происходит?
Мистер Нолан, прошу вас, что вы с ними сделали? Вы были правы. Он ничего не поймет. Спасибо, что доставили его к нам. Что? Мне очень жаль, Ричард, я... Ах, предательница. Ваша подружка — наш продукт, мистер Нолан. Полностью искусственный. Как и этот. Да ладно. Хватай его. Поместите его в загрузочный модуль, деактивируйте его устройство связи. Лидия. Прости меня. Как ты могла? Предательница. Офигеть. Теперь я за Лидию играю? Как? Какой поворот? А что? Что с ним случится? На этот счет не беспокойтесь. Ладно, поговорим о нашем... Мне не нравится этот кашель. Я бы сказал, что ваше время почти истекло. Тогда начинайте трансфер. Сейчас же. Ах, да, трансфер. Знаете, люди, мы решили пойти другим путем. Кинул тоже. В каком смысле? У нас для вас не осталось биоаватаров. Они все нужны нам самим до единого. Ах ты урод. Мы же договорились, вы получите Ричарда, я получу новое тело. Этого не случится, Лидия. Вы же не можете взять и... Поверьте мне, я бы с радостью, но доктор Куртс... Вы не можете. Доктор Сайкс, пожалуйста. Мне очень жаль. Я могу предложить тебе отключиться. Под наркозом. Ты ничего не почувствуешь. Вы предлагаете мне самоубийство? Это не обязательно. Вы все равно скоро умрете. Это лишь один из вариантов. Может быть, я смогу приготовить снотворное? Так не пойдет. Мне нужна какая-нибудь инструкция. Что-то провисает, даже не знаю почему. Так, записки для Люси. Гамма-формит действует без связи, но вызывает мгновенный уборок в сочетании с гидроксидом калия. Для стимуляции... стимуляции лимбической системы больше подходят другие формиды. То есть гамма-формит, понял. И еще раз, гидроксиды никогда не смешиваются с этанолом. Надоело разгребать здесь каждое утро. А чё какой-то провисонный, мне кажется. Важно, правило для всех нейропрепаратов, не смешивайте с алкоголем. Так, ладно, сюда пока рано, мне нужно взять инъекцию. Я не могу просто его убить. Гамма-формит. Блин, гамма-формит с кем? С гидроксидом калия. Гамма-формит, гидроксид калия. Да ладно. Гидроксикат для стимуляции лимбической системы. Больше подходят другие фермиды. Может, с алкоголем смешать? Алкоголь. Yes. Боже, пена должна подняться доверху. Ну ладно, гамма-формит, калия. Давай это, триземид. Хорошо. Окей. Инъекция, я понимаю. И что я сделал вот? Колоть препарат, да, так тебе.
Будешь знать, как простить меня это сделать. Я получу свое тело, с тобой или без. Будешь знать, как меня обманывать, дал бы тело, я бы ушел. Карта Сайкса. На обратной стороне что-то написано. Имя Джайн. Воображение. Все, теперь валим отсюда. Здесь нам больше ничего не надо. Терминалы не нужен, не нужен, все, уходим. Эх, Лидия, Лидия. После того, что с нами было. Как ты могла так предать меня, а? Женщина. Я, что ли? По прическе похоже. А что читать там? Мужчина, серия. Женщина, серия 300. Средняя продолжительность жизни земля подходит для трансплантации органов, суррогатов, опыта. Вот ты ж гад. Ну, нас здесь выращивали, чтобы использовать. Плохо дело. Привет, Валери, я... хочу еще раз уточнить. Все ИИ будут отправлены на станцию на Марсе до единого. Серьезно? Наши продукты не могут спасти мир и все такое. Ладно, я поняла. Но отдать их всех, чтобы у богатого, скучающего по дому паренька было что-то? Извините, но это вообще перебор. А как насчет резервов для всех остальных? Кто-то скупил их, походу. Тут я ничего, да, не могу сделать. Просто осмотр, осмотр. Осмотр. Да, ничего полезного. Идем дальше. Так, тут есть стрелочка. Срок жизни искусственных людей за год работы учитывает только серии без стадии плода и ребенка. Серия 104 года, серия 307 лет, серия... 600 лет, серия 600-115 лет. Офигеть. То есть я какая-то, походу, самая первая версия, раз так мало жил. Ричард, я вытащу тебя. Я все исправлю. Сколько теперь настоящих людей-то осталось? Казалось бы, могли просто пересадить мое тело. Просто пересадить, и все бы кончилось. Вырастили бы нового. Да. Скелетошки. Воздуховод. О, нет. Робота. А здесь что мне нужно сделать? Просто конвейер, да, здесь никуда я особо пойти не могу. Сюда что делать-то я ничего не могу, видно, просто как зона, чтобы побегать, поизучать, хотя что-то есть. Батарейка. Батарейка высокоэффективна, пригодна для повторного использования. Воспроизвести запись. Джефф? Джефф? Да? Я же говорил, никаких разговоров с объектами исследования. Я ничего не сказал, да, и что я могу сказать, я все равно ничего не знаю. А эта женщина, что в ней такого? Зачем она нам нужна? Тебе не обязательно знать все. Научись терпению. Вот и заткнули ее. Какие-то фигнюшки всякие.
Ладно, походу у меня только один путь, это воздуховод. Может быть, как-то можно его включить, но как? Батарейки ты, что ли? Мне нужно какое-то оружие. Где я тебе его найду? Кабель. Взять. Что, мне этого хватит? Не хватит? Но как? Хоть надо... Кабель, батарейка, что-нибудь в этом роде, нет? И как я тут с этим что сделать смогу? Больше, по идее, здесь ничего не было. Изолента. Кабель, батарейка, изолента. И что я из этого могу сделать, мне скажите? Эта палка достаточно длинная, но... Снять батарейку. Начал неплохо. Извините, кабель. Электрошокер. Еще одно. Используйте изоленту. Все, а потом надо сделать электрошокер на палочке. Вот умный побег. Я не знаю, сколько интересно у нас осталось времени по игре. Потому что я уже чувствую конец все ближе. Но звонить-то особо некому. Анжела... Скрэп. Что-то контактов тебе мало. Не зависай. Ну, прикольно, еще и так надо делать. Come on. Стой, стой. Damn. Надо тебе. Yes. Да. Здесь никто не услышит. Да, без разницы. А, просто пройти? Пф, я думал, внутрь заползти. Как все просто. Да блин, были бы у меня роботы-полицейские, я бы по 10 штук их ставил. Okay, Richard. Так, Ричард, ну куда они тебя дели? Давай поищем. Пик-пик-пик-пик-пик-пик. Пожалуйста, введите свой пароль. Окей. Не зря обернул. О, еще ведут. А вот и он. Почти готово, Ричард. Я спасу тебя. Окей. Окей. Так, теперь мы за Ричарда будем бегать. Как все закручено все-таки, а? Найти способ незаметно пробраться мимо камер, да вы издеваетесь. Взять и бросить. Это явно как-то нужно расставить, чтобы... Перекрыть камеры, да?
куда мне это бросить-то? Ладно, давайте бросим. Типа я за него смогу спрятаться или что? Их 4, значит все 4 надо использовать, да? Нет, пока не сюда. Они, по-моему, большие с меня ростом, то есть я смогу спокойно за них прятаться. Пока не совсем понятно, где. Вот у нас есть две точки слепые, где я могу заныкаться. Ну, предположительно так. Как выйдет дальше, я пока не знаю. И это меня немножко вымораживает. А их бы чуть больше показали бы. Давайте попробуем. По крайней мере, такой план. Ну да, она срос с меня. Опа. Не видит. Хорошо. Так, это тоже хорошо. Вполне бы могло хватить только двух, да? Тяп-тяп-тяп-тяп-тяп. Ха! Ну, нормально. Я думал, будет сложнее. Даже ворота ждали нас, когда мы зайдем. Интересно, сколько у них людей вообще работает? Опа, жена моя. Трейси. Ну-ка, надо прочитать. Портативное устройство. Извините, Роберт, доктор Курс использует только лучший генетический материал. Похоже на то, что наш дивный новый мир... Блин, не успел, ладно. А Клер всего лишь C+. Удачи, не теряйте надежды, Ольга. Голограмма. Ладно, мне нужна голограмма жены. А ведь голограмма здесь консоль голографическая прям. Ну-ка, и что мне сделать с тобой? Прочитать. Они действительно ее загрузили. Загрузка не удалась. Вторичные данные отвергнуты. Обеспечен заменяющий аватар. Да что они сделали с ней, черт возьми? И где Джеймс? Так, ну дверь одна, а всякие индикаторы... Ой, да я что-то знаю. Через дальше я цепляюсь. Кругом. Так, Табилс, О'Нил. Фигня все это. А, успешно загрузок 35.
Ну, не всем удается, да? Аватары. Без модификаторы. Памяти. Модификатор памяти хранения тела. Модификатор памяти избавления тела. Т. Аватар без биологического источника. Е. Неудачная загрузка избавления от тела. Могут иметься исключения. Ах ты ж, господи. Ну-ка. Сперва мне придется разблокировать дверь. Ага, и там что есть? Опа. Охрана сработала. Трейси, Трейси, Джеймс, где же вы? А, вот. Нолан Джеймс. Нолан Трейси. Они находятся в камерах криосна. Черт. Сделай что-нибудь, давай. Ричард, идиот. Их погрузили на Skywen. Skywen Атлантика М688. Через Берлин. Стоять, не двигаться. Вот отстой. Пожалуйста, поднимите руки. Ладно, ладно. Погоди, не стреляй, окей? Оба сразу отключить не получится. Но это сделать я могу. Вселиться, да? Что за? Давай, давай. А теперь отключи. Отключаем свет. Эй! Что за черт происходит? Вот дебил. Кто-то тебе помогает, неужели непонятно? Сейчас туда зайдем, а здесь там только была лаборатория этих роботов, все. Главное, здесь электричество, а когда были в клубе, так там пули использовали. Осмотреть, осмотреть, вот. Опа. Приветствую всех. Крайне рад видеть вас всех здесь. Это загрузочный модуль. Не сомневаюсь, что вам всем не терпится опробовать его в деле. В настоящий момент наша пропускная способность 750 человек в день. Все они тщательно отобранные кандидаты, которые хотят начать новую жизнь, построить новый мир. Вы — наши инвесторы, окажетесь в хорошей компании. Как вам известно, наш проект перешел в завершающую стадию. Проект автономно обеспечен и завершен, и все сети готовы к отделению. Мы почти достигли своей цели. Наша разработка ИИ стала фантастическим успехом. Хотите взглянуть сами? Вот это. Это Джеймс. Мой сын. На его создание у нас ушли годы. Он родился таким же, как и вы, как и я. Из утробы настоящей женщины. У него не было настоящего детства. Он намного, намного превзошел все наши ожидания. На прошлой неделе мы загрузили и его, и его семью. То есть он тоже не настоящий? В городе 5 его развитие ускоряется экспоненциально. Он опытный образец нашего будущего, квантовый скачок нашего интеллектуального развития. Почему мы выбрали именно ребенка? Нашему ИИ необходимо привить определенные моральные качества, прежде чем позволить ему превзойти нас в интеллектуальной мощи. Верно? Позвольте вам показать. Представьте, что это потенциал, скрывающий в себе человеческий мозг. Это то, на что в конечном итоге будет способен мозг Джеймса.
Все это замечательно, но у вас наверняка возникают вопросы, какая от этого выгода? Смотрите, что происходит с вашим мозгом в виртуальной среде. Он тоже растет. Фактически вы снимете ограничения, сможете развивать свой разум до бесконечности. И жизнь ваша не будет иметь конца. В городе 5 каждый из вас будет совершенен. Нехорошо. Когда красный мигает, это совсем нехорошо. Так, мой сын тоже не настоящий. Вот это поворот. Блин, я не знаю, сколько осталось, долго, недолго, может 5 минут, может 10, может 15, но давайте мы их оставим до следующей серии. Так что всем хорошего настроения, всем до следующей серии, всем пока.